Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Фрост, и мы с вами находимся на пятом игровом дне Nature's Cup от Террор Лиги. Ну что, начинается пятый день, и сегодня мы смотрим матч с вами Overhaul против Team Reject. Что хочется сказать об этих двух командах? Команда Overhaul уже сыграла две игры и обе выиграла, то есть у них уже в активе 4 очка, а для команды Team Reject это вторая игра только по счету, но первую они тоже выиграли, и вот сегодня и даже сейчас мы с вами, возможно, узнаем, какая команда все-таки возглавит таблицу в своей группе. Группа это у нас вторая, если я не ошибаюсь. Да, это группа B. Формат матча, если кто не знает, best of 2. То есть может даже быть ничья у этих команд. Ну, для команды Overhaul сейчас даже устраивает та же ничья. То есть они все равно останутся на первом месте. Будет у них в активе 5 очков. Но у команды Team Reject в запасе есть одна еще игра. Ну, а мы с вами давайте посмотрим на пики. У команды Overhaul уже в пике есть Леон и Тайдхантер. У команды Team Reject есть Слардар, Шадоу Демон и Джакиро. Довольно такой интересный пик. Мне очень пока нравится пик у команды Team Reject. Ну, интересно, что они с этим пиком сами по себе все придумают. Ну, а у Overhaul тут, конечно, вот есть этот Тайдхантер со своим ревейджем, то есть под него можно тоже подобрать какой-нибудь масс ультимейт, например, как вариант уже Энигму, да, ну это как вариант, Феникс есть, да, но это при условии еще, что Тайдхантер все-таки у нас пойдет во флейд, и тут уже команда Overhaul выбирает себе еще одного саппорта. Также вот тут есть уже, в принципе, два саппорта у Team Reject. Есть у них Shadow Demon и есть Джекиро. Также есть Слардар, который тоже куда пойдет очень интересно. В принципе, это может быть как Кэрри Слардар, так и можно отправить его в сложную. Пусть он там стоит. Ну, посмотрим давайте с вами еще на баны. Команда Overhaul уже забанила Свена, Инвокера, Дроу Рейнджер и Лайфстиллера. Команда Team Reject забанила Огромага, Виспа, Тимберсоу и Райскинга. На третий пик у Overhaul зашел Оракл. Интересный довольно пик. Я все-таки ожидал какого-то более такого саппорта, что ли. С более мощным ультимейтом. Нет, я ничего не имею против Оракла, но все-таки я надеялся на другое. Ну да, почему здесь все-таки Леон и Тайдхантер? В принципе, если Леон очень хороший, точнее, очень хороший игрок сидит на Леоне, то можно, в принципе, и не брать этого того же, да, Тайдхантера, попробовать дать рейвейдж через подкоп. В принципе, стан там точно практически такой же. Мирана на четвертый пик для команды Reject. Медовая, скорее всего, Мирана. И вот тут же сразу против нее ставят Магнуса. Команда Overhaul тоже должен быть, скорее всего, медовой. Это Магнус. И для каждой команды остается взять только по кор-герою. Так, ну что, вот эти Overhaul... ну что... Свен, да, я бы посоветовал здесь Свена, но, к сожалению, он у нас уже, в принципе, в бане. Кого же еще можно сюда вот так сюда запилить? Можно какого-нибудь, да любого практически персонажа, можно взять того же Эмбер Спирита как вариант. Но ему слишком нужно много времени для фарма. Но вот желательно вот под все эти ультимейты взять персонажа, который собирает Battle Fury. Да, есть Empower у Магнуса, то есть если что, он просто спокойно возьмет, повесит на кого-то, то есть если не будет того же БФ, но вот если это будет все-таки какой-то там Джаггернаут, возможно, это еще может быть АМ какой-нибудь. Ну, вот такие, но им слишком нужно много времени для того, чтобы выформить себе слоты какие-либо.
Ну, я бы даже сказал, что Джиггернаут может в какой-то степени может побыстрее пофармить. Нет, ну антимаг, да, он довольно шустрее. Если он выфармливает Battle Fury на 12-й минуте, то все, это у него, можно сказать, фарм задастся. Ну, давайте посмотрим, кто сейчас зайдет на ласт пик у команды Оверхаула. Следует 3 секунды, и это все-таки Сларк. Ну, не думал я, что все-таки это будет какой-то там Сларк. Под эти ультимейты, как у Дейтхантера и Магнуса, можно было попробовать какого-нибудь такого персонажа в лице антимага. А вот у команды Team Reject появляется в пике Хускар на ласт пик. Ну, а мы с вами ждем начала этой игры. Да, ждем, когда выберут всех себе персонажи, все игроки. Будем надеяться, это будет очень скоро. Ну и вот они, пики все перед вашими глазами. В группе у Террор Лиги, в принципе, вы можете проголосовать, за какую команду вы болеете. Да, если вы считаете, что какая-то команда победит. Также в группе проходит очень, я бы сказал, интересный розыгрыш, да, от Террор Лиги. И советую в конкурсе, в принципе, всем поучаствовать. Да, там надо угадать название следующего турнира. Да, за это... Что вы за это получите? Сейчас я вам все расскажу. Все равно у нас пока небольшая опять пауза. Все-таки еще один игрок не подключился. Ну что, вы должны, да, угадать название следующего турнира. Оно связано с Вайдом. Да, и то есть, если вы угадаете, то вы получите имморталку на Вайда. Ну, я думаю, в принципе, почему бы нет, можно попробовать предугадать, какой будет у нас следующий турнир от Террор Лиги, и получить за это, в принципе, приз. Так что советую всем поучаствовать. Ну, а у нас начинается первая карта этого противостояния, и смотрим сразу, куда у нас команды начинают идти. Видим, что команда Team Reject идет в полном, или не в полном составе, на топ. Нет, вчетвером они все-таки, возможно, решаются идти на топ. Хускар направляется у нас на бот. Также от команды Оверхаул на бот направился у нас Сларк. Да, то есть немного они могут тут друг друга побить. И также оставшаяся часть команды, точнее не оставшаяся, а втроем здесь команда Оверхаул. От ребят Team Reject заход в смоках. Вот они как раз идут вчетвером. Слардар еще ничего не вкачал. Ну и Disruption только вот есть у Shadow Демона. И Liquid Fire у Джекира. Так, ну идут. И может здесь встрять сейчас Oracle. Почему бы нет? Вот, вот выходит. Disruption достает. Отлично. Сейчас еще Liquid Fire. Стрела тоже прямо в яблочко, и это сразу же First Blood в исполнении команды Team Reject. Отличный заход в смоках. Вот не понимаю точку зрения сейчас от Оракула, почему он стоял здесь, чего он пытался, в принципе, добиться. Ну, вот, поплатились. Поплатились ребята из команды Оверхаул. Также ставит сюда Shadow Demon Ward. Должны девардить, есть сентряк, и ломать. Ломать надо этот обсервер. Просто дерутся. Пытался отогнать Shadow Demon Leona, но ничего у него не получалось. Не получилось. И давайте посмотрим, кто у нас против кого будет стоять. Видимо, что в миду у нас Мирана будет стоять против Магнуса. В принципе, как это и предполагалось. Пока какое-то время, возможно, здесь Миране будет помогать Shadow Demon. На топе у нас дабла от команды Team Reject. А скоро это будет трипла. Слардар и Джакиро. Будут стоять они против триплы. Оракл, Леон и Сларк. Так, вот тут очень большие проблемы, возможно, могли бы быть у Сларка, но нет, паунс есть, если что, отсюда Сларк спокойно прыгнет. Так, ну а с Disruption спрятали у нас Сларка, начинают его просто
хреначить, но нет. Паунс, да, там еще Фортуна Сент от Оракла. И все хорошо. На боте же у нас противостояние. Хускар против Тейтхантера. Ну, в принципе, почему бы нет? Ренджевик у нас Хускар будет издалека бить этого Тейтхантера, но у него есть тут Кракеншелл, также у него есть и якорь еще добавок. А вот тут у нас прессингует очень хорошо в дизрапшене Оракл, и вот сейчас могут быть проблемы. Айспад, стан от Слардара, и Оракла не должны отсюда отпускать. И это уже минус второй раз Оракл. Счет 2-0. Вторая минута подходит к концу. Ну что, довольно интересный. Интересное начало матча. Трипла потихонечку начинает выигрывать свой лайн у команды Team Reject. И нужно что-то делать команде Оверхау. Да, опять Дизрапшн у нас прячут тут. Сларка. Будет ли краш? Краш не вовремя. И в итоге вот сейчас Слардар сам оказывается очень-очень побитый. Но есть у него, если что, фласка. Также прикупил себе сапожок. Будет еще быстрее бегать. В это время Магнус вот здесь против Мираны такие оба побитые. Магнус в большей степени. А у Мирана есть ли ботл? У Мирана есть ботл. И вот сейчас, возможно, через 5 секунд у Магнуса возникнут проблемы. Если пойдет за ним. Да, тут еще Shadow Demon выходит, прячет Disruption Магнуса. Магнус попытается ли убежать. А маны-то нет на то, чтобы убежать. И должны его добивать. И это минус Магнус. Уже киллинг спрей для Shadow Demon. 3 килла из 3 возможных он сейчас сделал. Отличный выход. Отличный выход. Вовремя еще прилетел все ботл для Мираны. И минус. Минус Магнус. По всем лайнам давят ребята из Team Reject. То есть еще осталось, чтобы Хускар сделал свой килл здесь на боте, на этом соло Тейтхантере. Да, и мы видим по крипам-то, как проседает у нас Тейтхантер. Уже почти на 10 крипов отстает от Хускара. И на целый даже левел он отстает от него. Да, могут быть большие проблемы все-таки Тейтхантера. Вот якорь он потратил. И будет ли еще один? Сейчас должен быть еще один якорь. Да, начинает захиливать себя Хускар и идет дальше в погоню. А вот тут на помощь приходит Тейтхантеру Леон. Ой, какой неудачный подкоп. Подкоп мимо. Liquid Fire от Джакира, который пришел в ответку на помощь Хускару. Но никаких минусов здесь не будет. В итоге не разменялись команды. Но довольно было все интересно. Так, на топе вот у нас остались вдвоем ребята из команды Team Ranger, также из команды Overhaul ребята остались вдвоем. Ну и пока здесь больше экшена не предвидится. Все-таки надо, чтобы кто-то опять прилетел. Так, а у нас ставится пауза. Делать эту паузу команда Team Ranger. Что-то у них произошло. Просят секундочку. Ух ты, да, я, оказывается, с худом вот с таким стримил. Ладно, не переключился у меня, оказывается. Здесь немного по клавишам. Ну ладно. Извиняюсь, дорогие друзья, этого я не заметил. Но сейчас все будет хорошо. Так, мы с вами смотрим дальше. Что у нас здесь произошло? Так, пока больше ничего не происходило после того, как я не поменял худ. И по крипам мы видим, что Мирана у нас занимает топ по крипстату. Также от нее недалеко ушел Хускар. Да, что очень тоже хорошо. Так, вот тут небольшие были проблемы у Сларка. Очень побитый. Но все-таки выживает. А вот в Disruption его прячут. Будет ли вовремя краш, но не по цели, к сожалению, попадает. Так, Сларк отбивается флаской. А также здесь уже Джакира на подходе.
Shadow Demon, спрятались немного сейчас в лесочке. И выходят на этого Сларка, будет ли Disruption, Паунс, айспад мимо от Джекира. Эх, ну вот сколько они уже пытаются этого Сларка убить, ничего у них не получается, к сожалению. Даже немного мажут ребята из команды Team Reject. Смотрим с вами дальше. Магнус, что по крипам? 23 крипа отстает на 9 крипов от Мираны. Не очень, конечно, это приятно. Давайте посмотрим с вами на графики. Видимо, что уже более чем на 2000 ведет команда Team Reject по экспириенсу больше 1000. Да, Магнус пытается просто отсюда убежать. Ботл пуст, надо бежать до базы. Не очень это, конечно, приятно. А в Disruption у нас опять кого прячет? Это Сларка. Да, Сларка прячет, и все-таки в этот раз его смогли забрать. Ну что, очень это хорошо. Забрали главного кор-героя команды противников. Да, наконец-то у них это получилось. Не знаю, с какой попытки. Ну, а мы смотрим вот на Хусика. Что у нас? Хусик здесь 35 на 15, в то время как у Тейтхантера 23 на 1. Очень трудно ему фармить, но вот летит сюда Тейтхантер. Ревейдж имеется, и вот Слардара должны забирать. Даже Ревейдж на него потратили. Зацепила здесь немного Джекира. Джекира пытается уйти, айспатом откидывается и уйдет ли? Скорее всего, не уйдет. Должны его здесь поймать. Да, пытается он как-то замедлить своих противников, скидывает в себя этот эффект Сларк замедления. Но не пошли. Не пошли ребята из команды Overhaul дальше за противником. Чего они побоялись. Да, там, конечно, мог еще и Хусик прилететь. Хотя его вроде видно, что он на боте тут пытается нести вышку. Даже у него ТПшечки нет с собой. О, да, довольно весело. Конечно, там надо было дожимать этого Джекироса. Но вот что-то немного не повезло. А вот сейчас заходят во вражеские леса ребята из команды Team Reject. Тут кого-то будут они пытаться выцепить. Но их должны были видеть. Да, вот здесь стоит вот этот обсервер. Очень неплохой. И вот выход на Магнуса. Магнус сразу же просто пытается отсюда убежать. Но ничего у него не получается. И он, скорее всего, должен здесь погибнуть. Да, Мирана сейчас вместе с ШД его добьют. Это минус Магнус. Ну что, счет у нас уже 5-1 в пользу команды Team Reject. И посмотрим на общий нетворс. Мы видим, что 3900 уже у Мираны, 3200 у Хусика и 2500 у Слардара. То есть топ-3 позиции принадлежат команде Team Reject. Ну что, нужно подсобраться команде Overhaul, взять инициативу как-то в свои руки, попытаться изменить ход этой игры. Если посмотреть по графикам, тут уже преимущество более веское. Уже больше 3000, также больше 2000 по XP. Смотрим. Смотрим, будет ли опять выход на Сларка. Тут опять у нас дабла на даблу. В это время Тейтхантер под вардом. Фармит, знают противники, что он находится в лесу. Можно попытаться сделать на него выход, но в это время они пока сломали тир-1 на боте. И сейчас, возможно, будет перетяжечка. Нет, Магнус все-таки решил остаться здесь. В это время нападение на Сларка. Сларк выживет ли? Прожимает Shadow Dance. Приходит Тайтхантер, дает ревейдж по двоим. Не должны отпускать. Но тут ультимейт от Мираны какой же хороший. И, возможно, сейчас просто все в инвизии здесь разбегутся. Приходит еще сюда Shadow Demon, если что, на подсейв. И прячет Леона в Disruption. И они отсюда просто убегают. Айспад не попадает, к сожалению, по Сларку. И в итоге это минус Джекира. Прилетает стрела от Мирана, также приходит сюда еще и Хусик, начинает размениваться с Магнусом, и прыжок на Магнуса, Магнусу приходится тратить свое РП, это минус Хускар и минус Магнус, пока размен 2 в 1 в пользу команды Overhaul. Полетела стрела, ни в кого она не попадет и не попала. На ТП отсюда улетает Оракл.
Ну и очень хороший файт для команды Overhaul. 1000 голдени сейчас отыгрывают. Что тоже очень и очень хорошо. Погоня у нас за Тайтхантером. Дается краш, еще аплифайт дэмэдж. Ну и должны забирать. Должны забирать, но опять айспатом не попадает Джекира. Ну что же такое, но... Конечно, вчетвером забили этого Тайтхантера. Ну и счет 7-3. И можно еще забрать, пожалуй, даже тир-1 здесь на топе. Да, забирают, вряд ли будет команда Overhaul за нее драться, тем более Ravage был потрачен уже. Ну и упала у нас вышка. Смотрим. Дальше, пошли они дальше по топу, между прочим. Не собираются они отступать, возможно, даже и сломают Тир 2. Да, но команда Overhaul не дерется за свою вышку. В итоге они просто сейчас потеряли две вышки. Дарят они оппоненту очень много денег. Сами, в свою очередь, ни одну вышку они просто-напросто не бьют. Слар тут соло пытается загрызть вышку на боте. И все. Остальная команда, Тайтхантер там где-то бегает в лесу. Потом, кто у нас еще тут? Магнус вообще непонятно где бегает вместе с Ораклом. Тоже во вражеском лесу. Ну, непонятно мне вот такая вот сейчас ситуация в игре от команды Overhaul. Ну и в итоге заход на тир-1 по миду от команды Team Reject. Вышка очень быстро здесь должна упасть. Прожимается, конечно, глиф, но это задержка буквально на несколько секунд. Да, вышка уже точно здесь упадет. Если посмотреть... По XP, кстати, отыграли ребята из Overhaul 2000. По голде же преимущество все так же увеличивается, и оно уже достигло отметки в 7000. Ну что, Ravage есть, РП есть. Может попробовать как-то выцепить кого-то одного. Но вот плюс для команды Team Ragic, что они ходят вместе. То есть они сейчас... Грубо говоря, ни о чем не парятся, они просто ходят и забирают вышки. В свою очередь, команда Overhaul не может ничего сделать противнику. Вот это не очень хорошо. Падает тир-2 на миду. Ребята, не знаю, что делать. Дается Ravage, попадает по двоим, и нужно Хусика забирать. Да, он слишком дохлый, минус Хускар. Дальше хексанули у нас Слардара. Слардара заберут Лиз. Инвиз от Мираны. И Фингер отличный в Слардара. Это минус Слардар. Пока 3 в 1. Размен. Команда Overhaul делают минус 3. Также могут здесь забрать еще Шадоу Демона. Его не должны отпускать. Да, ультимейт Мираны закончился. И это будет минус 4 в исполнении команды Overhaul. Даже, возможно, минус 5. 18 секунд до прыжка у Мираны. Фортуна Сент в нее запускается. Также еще Якорь съедает Мирана Фейерфайр. Но... Все-таки ее добивают. И это Team Vibe в исполнении команды Overhaul. Сколько они отыграли? Да, просто тут почти 4000 они отыгрывают за этот файт. И камбэк is real, дорогие друзья. Вполне возможно. Вполне возможно. Вот и Сларк уже начинает подбираться. Нужно ему дальше все фармить, фармить. Есть у него пока что только мидасик ПТ. Колечко. Также есть стики. Но это все. 500 голды еще лежит в кармане. Превращается это колечко в аквилу. Но слишком уже такая долгая минута. Да, конечно, вынес он себе мидас. Голда будет. Нужно еще как можно больше экспы. И вот мы смотрим. По голде, да, преимущество остановилось в 3000. По экспе тут 2000 уже за командой Overhaul. И если бы они сейчас еще пошли как-то, может, попробовали позабирать вышки... Да, конечно, это было бы здорово, но тут больше пуш-потенциал, конечно, у команды Team Reject. Ну и начинает ломать они тир-2 в миду, прожимается, тратится глиф. А вот правильно ли это решение? Может, надо было попытаться отдать эту вышку?
команде Оверхаул. Потому что сейчас ребята, в принципе, могут попытаться даже зайти на мид или на Рошана. Или на Рошана разбивается смог. Ребята из команды Team Reject пошли. И на Рошана ли они пошли? Бегают, хотят раздевардить попробовать. Пошла стрела, и попадает она, конечно, в Рошана. Ну и начинают бить Рошана. Здесь вардов у команды Оверхаул нет. В итоге они, скорее всего, не знают о передвижениях противника в Рошана. Но, возможно, догадываются. Возможно, догадываются. Идут они на Рошана в смоках. А вот ревейдж есть! А если блинкдаггер? Блин, блинка нету. Какая жалость сейчас для Тейтхантера. Как бы было сейчас все отлично. Пошла стрела от Мираны. Все, они всех увидели. Заморозили Сларка. Выходят с Рошана на Слардар и Хускар. Ревейдж пошел по троим. Ультимейт от Мираны. И не знают, где искать. Сентряк наконец-то поставился. Но тут уже макропира пошла от Джекира. Минус один на одного. Еще и Фингер был прописан. Стрела мимо от Мираны. Хускар очень больно. Хускар в таверну. Сларк начинает раскидывать. Это минус, возможно, сейчас еще и Shadow Demon. Да, также минус Лордер. И опять минус 4 делает команда Оверхаул. Размен на вот сейчас двоих персонажей. И что самое печальное, Сларк жив. Сларк набирает обороты. Ну, понятно, печально для команды Team Reject. И еще 2000 отыгрывают ребята из Оверхаул. Преимущество 5000, опять оно становится тут примерно в 3000. И, возможно, попробовать надо было тоже Рошана забрать. Ну ладно, не решились ребята из Оверхаул, и Сларк фармит. Да, пожелаем ему удачи, сейчас от него требуется только фарм, на 300 голды всего отстает он от Мираны. Нельзя упускать такую возможность. Слардар. Слардар заходит на Рошана. И должны ребята из команды Оверхаул это были все заметить. Должны они сейчас прямо сюда все направляться. Но у Магнуса ТП в КД. Еще целых 30 секунд. Магнус не сможет прилететь. Да, за это время, конечно, Рошан упадет. И ребята из Оверхаул понимают, что они, так сказать, даже на халяву отдали Рошана противнику. Ну и заход, да, заход сразу на последнюю тир-2 вышку. А потом уже можно пытаться как-то зайти на сам хайграунд. Да, и нужно как-то это желательно быстрее делать, потому что Сларк все-таки набирает как-никак свои обороты. Да, 2300 у него имеется, но что это будет дальше? Это будет Скади? Ну, увидим. Увидим. Вышка же, конечно, очень быстро падает. Глиф еще не откатился. Еще минуту 40 не будет глифа. А вот с Аегисом зайти можно. Можно попробовать. Аегис у Хускара. В Дизрапшн тут спрятали Хускара. И идут. И идут ребята на тир 3. Ну а как? Как отбиваться-то? На ТП все-таки наконец-то полетели из команды Оверхаул игроки, но тут уже пол вышки просто нету. Пол вышки сгрыз Хускар. Да, он просто может бить вышку, у него еще Аегис. А вот пошла погоня за Хускаром. И Ревейдж все-таки потратил. Вот сейчас стоит Хантер, ультимейт от Мираны. Аегис выбили, но это только Аегис. Краш пошел. Также макропира и воскрешается. У нас здесь Хускар. О, господи, что же здесь происходит? Это минус Магнус. И минус 2 делает команда Team Reject. Сларк бегает у нас в инвизе. Под Shadow Blade'ом. Но вышка не бьется вообще ни в какой. Это минус Хускар. Также должен погибать сейчас здесь Оракл. От Тейтхантера байбек. Но Ревейджа нет. Какая от него сейчас будет, в принципе, польза. Но также байбек делает Магнус. Вот эти два байбека дают сейчас команде Оверхаул какое-то время выиграть. Небольшое время. Да, тут еще нападение на Слардара. И Сларк это все забирает, то есть Сларк не погибал, Сларк не тратил свои байбеки, да, свой байбек. И это очень хорошо, но вот все равно, вот, если бы не эти два байбека от Тейтхантера и Магнуса, то, возможно, ребята бы остались еще больше, точнее, остались бы в плюсе. Но тут тоже, к сожалению, такой момент, что они бы просто могли потерять эту тир-3 и с ней же, и всю сторону, если бы этих байбеков не было.
Ну а вот ребята из команды Team Reject понимают, что теперь уже у двух одних из главных персонажей нету байбеков. То есть можно попытаться как-то зайти, но желательно бы дождаться еще одного Рошана. Прилетают на топ. Прилетают на топ. Идут здесь четвером. Да, подтягивается еще Джеки Рос туда. Ну и идут, идут. Идут, и, возможно, сейчас мы увидим с вами как таковой файт. Ну вот сейчас будет решаться, кто в этом файте победит, то, возможно, и будет как раз. Ну уж не победителем, я бы сказал, играть. Да, если это будет команда Team Reject, то у них уже вообще шансы появляются огромные, чтобы выиграть эту игру, потому что не будет байбека у Магнуса, не будет байбека у Тейтхантера. В свою очередь, если сейчас побеждает команда Overhaul в файте, то у них появляется шанс. Так, видит всех Сларк, пошел Блейдом, пошел Ревейдж, и должны стереть Хускара. Хускара сотрут ли быстро, пытаются, но Хускар не пытается раскидываться своими копьями, прячет его в Disruption. Шадоу Демон, очень хорошая игра от ШД. И в итоге минус Тайтхантер. Тайтхантер без байбека, также без байбека у нас Магнус. Но ребята, так сказать, вот как раз выбили этих двух персонажей, у которых больше байбека нету. И можно сейчас, возможно, пройти и попытаться забрать эту тир-3 вышку. Да, Сларк стоит, конечно, на защите. Пошел он против Хускара. Сразу же паунс. Ну и вышка начинает падать. Вышка начинает падать, у Леона нет фингера. Еще 130 секунд. А Сларка поймает ли вайспад? Нет, к сожалению, тоже не поймали. Shadow Blade пытается отхилиться. Вышка все падает потихоньку. И краш опять мимо. Как же вовремя делает паунс на Сларка. И выигрывают время они для своих тиммейтов, чтобы те появились из таверны. И они появляются. Но пока что без своих ультимейтов. 80 секунд еще до ревейжа, 50 секунд еще до РП. Да, ну а вышка падает. Вышка падает и довольно быстро. Через бэкдор будут ее ломать сейчас. Нет, пока все еще нормально действует. Джекира вырубил Сларк. Точнее, Оракл. Да, довольно весело. Так, краш по Сларку, начинает его раскидывать. Хускар, ультимейт пошел от Сларка. В итоге опять отличный дизрапшн от Shadow Демона. Но все-таки Хускар отправляется в таверну. Пытается сюда убежать Слардар, но никто его здесь не отпустит. И это минус 3 в исполнении команды Overhaul. И опять немного все-таки, но отыгрывают они. Да, ну как немного, 3000 они отыграли, хотя преимущество там было примерно где-нибудь 1007, и до 5 опять планку сбили. Саблю себе покупает Сларк. А, ну ладно, пусть это будет сабля, быстрее наносить удары, быстрее вырубать того же, например, Хускара. А можно еще, может, собрать из Shadow Blade у нас Silver Age, вырубать пассивочки. Попробовать все-таки, возможно, стоит вырубить того же Хускара, вырубить, например, того же Слардара. Ну ладно, его-то баша это не так страшно, там 25%, ой, какой 25, 10% шанс, что он сработает. Так что, а вот тут сразу Shadow Blade, где заходит Сларк, ревейж, и Слардара должны отдавать. Или же нет, ультимейт от Мирана, Слардар пытается сюда убежать, но это минус Shadow Demon, айспад пошел, Сларка заморозили. Ой, как же больно Сларку, Сларк отсюда упрыгивает, он Shadow Dance отхиливается. И вот тут попался и Тейтхантер, и Оракл. Пытается на ТП отсюда уйти, а чем сбивать? Да, есть чем сбивать, айспад пустили. Ну и не должны отсюда Тейда отпускать, но это и так, размен уже в минус 2, Сларк приходит здесь драться. Он под фейл с промайсом. И нет, все-таки отхилился. Все-таки жив, а может подраться, попробовать на развороте. Shadow Blade будет готов через 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, Shadow Blade готов. Ой, как же ему приходится вовремя спрятаться. И не для атаки, а для защиты.
Так, ну что, запрыгнет ли? Запрыгнет ли на кого-то? Хотел на Мирану. Shadow Blade сейчас закончится. Shadow Blade кончается. Мирана с блинка отсюда уходит. И пытается он драться сейчас с Хускаром. В итоге это минус Хускар. Да, Сларк зарабатывает очень много денег. Но выживет ли он сам? Shadow Dance пытается отсюда скрыться. Shadow Blade было через 2 секунды. И он должен успевать скрыться, если что. Да, Shadow Blade уходит. Магнус приходит. И должны убивать еще и Мирану. Но Мирана делает вовремя прыжок. И она застряла. Она застряла в деревьях. И просто делает эпаут отсюда. И улетает. А если бы знала команда Overhaul, что Мирана здесь застряла. Было бы даже очень и очень весело. Так, ну что. У нас тут Shadow Demon видит Рошан. Да, Рошан у нас уже появился. Можно забрать этого Рошана и уже с ним попытаться заходить на хайграунд. Сларк 12 тысяч по натворству. 200, на 200 голды всего отстает от Мираны. Графики у нас показывают, что всего 2500 преимущества за командой Team Ragic. Ну что, вправду очень интересный матч. И мне он пока что очень и очень нравится. По своей насыщенности, по своему экшену и тимфайтам. Так, пошел ультимейт от Мираны. Пошел ультимейт от Мираны. Пошли ребята, сделали вид, что они на Рошане. Уходят и встречают противника. Видят они противников. И айспад по троим. Прекрасный макропира также здесь. Ревейдж откидывается. Тайт еще дает меку. И какое же РП от Магнуса. И просто забирают практически всю команду. Ребята из Overhaul также сейчас должны они попытаться забрать Мирану. Какое же классное РП было от Магнуса. Ух ты. Честно, но пока идет погоня у нас за Мираной. И если посмотреть у нас эту запись о файте, и мы видим, что еще 1900 отправляется в копилку команде Overhaul. И они сразу переходят на вышки. Да, они чувствуют то, что они становятся сильнее. Вот в этом узком проходе, на что надеялись ребята из Team Ragic. Да, у них не получил... Да, у них сначала все прекрасно получилось. Там айспад по троим был прекрасный, но потом... если я не ошибаюсь, туда не попал Магнус. Да, вследствие чего пошло. Сначала пошел Ревейдж, просто отличнейший Ревейдж. А потом уже пошло и само РП. Какое же было прекрасное РП. И благодаря вот как раз этому РП и эмпауру от Магнуса на Сларке ребята выиграли этот файт. Ну что, игра еще может измениться. Да, тут Сларк находит у нас Хускара, но получает стан от Мираны прямо стрелой в лицо. Также получает краш. И уйдет ли он отсюда? А вот загулял. Загулял Сларк и сбили ему очень такой хороший стрик. Зарабатывают за этого Сларка просто 1000 голды. Да, за одного только Сларка. Ну и, конечно же, сразу падает Рошан. У Сларка что по байбеку? Байбек имеется. Также имеется рецепт вот на этот самый Silver Rage. О чем я, в принципе, ему и говорил, и советовал. Ну что, Рошан забрали. Аегис у Хускара. Блэк Кингбар очень скоро будет готов. Вот, кстати, с Блэк Кингбаром не будет страшен тот же Ревейдж. Будет страшно РП, да, которое, в принципе, работает через БКБ. А вот то, что уже Ревейдж не такой страшный, это очень и очень приятно. Ну, конечно, если еще и вовремя прожимать это все. Так, и на ТП у нас прилетела здесь на траволах Мирана. Также у нее имеется Манта Стайл. И заход. Будет ли заход? Да, делают тут иллюзии Мираны. Да, просто 4 сразу иллюзии. Начинают бить Тир 3 здесь на миду. Да, все они тут побиты, эти Тир 3. Здесь вообще ее уже нету на боте. И Пайп. Пайп у нас собрал Тайтхантер. Ну, сейчас Пайп кончится и может попробовать все-таки забрать эту вышку и вообще противника. А вот тут Джеки Рос загулял, да, сломал он вышку. Но, к сожалению, сам погиб. Да, и отдает 624 голды, 370 из которых идут в копилку Сларку. Так, Silver Age есть рецепт. Почему он не покупает? Он хочет купить себе сначала Скади. А вот потом уже после Скади
дособирать, может, этот Silver Age. А, нет, там Ultimate Orb как раз и нужен был для Silver Age. Совсем я призабыл. Ну и все, Silver Age есть. Теперь Сларк стал еще немного опаснее, тем более в своем инвизе. И что по графикам? По графикам опять 5000 за командой Team Reject. По XP 5000 за командой Overhaul. Да, конечно, все-таки я думаю, преимущество в 5000 было бы приятнее для команды Overhaul по голде, чем по XP. Аегис. Аегис же у нас уже, возможно, скоро, ну или относительно скоро пропадет. И нужно его как-то реализовать. Пошли у нас ребята из Team Reject на топ. Все вместе? Все ли вместе они пошли? Да, все вместе. И будет ли запрыгивать Хускар на кого-нибудь сейчас? Увидим. Да, начинает просто бить рейнджевой барак. Начинает Леона раскидывать. У Леона большие проблемы. Леон должен здесь погибать. Нет, все-таки он выживает. И ревейдж по двоим неплохой. Разрывает здесь Джакира. РП. Нужно РП от Магнуса. РП есть по двоим. И еще и увез он этих как раз-таки двоих. Это уже минус два. Хускар возвращается. Возвращается. Silver Age от Сларка. Но Хускар под Блэкинг баром. Его так просто не пробить, но зато пытается пробить Сларк Мирану. И Мирану он все-таки пробивает. Также должны убивать здесь и Хускара. Это Team Vibe в исполнении команды Overhaul. Но потеряли они рейнджевой барак. Да, 3688 голды они зарабатывают за этот файт. Отличная просто игра от Overhaul, но вот если жертвами все-таки такими будет удаваться команде снести бараки из команды Team Reject, но не думаю я, что это будет очень и очень хорошо. Сларк, конечно, все фармит. 6000 у него на руках, байбек имеется, если что. Также 5100 есть, так сказать, лишних денег. Можно на них прикупить тоже скади. Ну, как вариант. Вон, если что, купит он себе все-таки скади. Да, стоит оно 5600, остается... А, нет, это не скади, это башер. А из башера, я так понимаю, он хочет собрать Abyssal Blade. Довольно интересное решение. Ну, а почему бы нет? Вырубать того же Хускара или ту же Мирану на 1.5 секунды. Или на 2, сколько у нас там действует Башер. А, 1.4. Да, или... А, нет, 2 секунды. Довольно много. До Рошана остается 3,5 минуты. И тут уже, может, с третьим Рошаном они снова попытаются зайти на хайграунд. Но мы ждем. Какая странная музыка у меня здесь играет. А, ну ладно. Суть сейчас не в этом. Смотрим, заходят. Зашли опять на хайграунд, ломают рейнджевой барак. Ну вот ломают все рейнджевые, не ломают милишные бараки. Почему бы нет? Почему бы не сломать милишный, попытаться? Ну да, он, конечно, не... Он регенится, да, его труднее ломать. И мы смотрим. А в Disruption запрятали Сларка, но он сделал паунс, так что до него это ничего не достанет. И заход на хайграунд. Крипы начинают заходить. Будут ли сами ребята из команды Team Reject заходить? Да, пытаются здесь Мирана подпушивать своими иллюзиями от Manta Style. Ломать потихоньку барак.
Ну, преимущество в 3000 по XP. 7,5. Так, а вот тут нападение. Нападение на Shadow Демона. И смогут ли его забрать? Нет, не забирают. А тут отличный краш от Слардара. Также ставится макропира от Джакира. Дизрапшн у нас прячет сам себя Shadow Демон. Пытается отсюда убежать. Но вряд ли он отсюда скроется. Это минус ШД. Ну вот, одного забрали. Также, возможно, файт у нас дальше продолжится. Но нету ревейжа, зато есть РП. Магнус уже готов это РП дать. Но давать-то особо не в кого. Да, выталкивает себя Леон. Подкоп мимо Хускара. И забирает у нас Хускара. Все-таки здесь через Фингер. Тут еще был и Сларк. Ну и это размен 2 в 1. Также погибает у нас Магнус от рук Слардара. Мирана в это время сломала все-таки рейнджевой барак. И ломают здесь еще немного милишной, но уже никого нет из команды Team Reject здесь. А, ну что, неплохой вроде был заход. Да, по графикам 2500. Преимущество за командой Team Reject все еще остается. По XP тут более 10 тысяч за оверами. А, нужно дождаться Рошана, да, тем более, что он очень-очень скоро появится. С Рошаном будет не только Аегис, а еще и сыр. С этим сыром можно уже точно заходить на хайграунд. Просто сыр, Аегис. Ну и вовремя прожатые спылы. Ну, или просто красивая и хорошая игра. А смотрим, куда же пойдет команда Team Reject. Будут ли дождаться Рошана, а вот тут у нас Сларк бегает. Он видит, ох, какую классную руну он находит. Это дабл дэмэдж. И начинает бить Рошана в соло. А, почему бы нет? Почему бы нет? Он очень неплохо так его пробивает. А вот тут его сейчас могут прочекать. Но ставится пауза. Ставится у нас, надеемся, небольшая это будет пауза. Да, какая сегодня все-таки у нас получилась первая карта. Очень интересно, не то, что вчера. Да, если кто-то смотрел, вы прекрасно знаете, что вчера был счет у нас просто там 2-0. Light Division вынесли своих оппонентов, которыми были Dota Hunter. Эти две игры были не очень, так сказать, медленными, долгими. Нет, они были очень быстрыми, там буквально 18 минут обе карты. Да, вот тут у нас до сих пор сохраняется интрига этого матча. Слардар со своим дезолятором, блинком, да еще и скоро у него будет Блэкинг Бар. Что же он сейчас ждет? Ну вот, Блэкинг Бар соберут. Заберут еще Рошана. А нет, Рошана они вряд ли заберут, тут уже Сларк его просто добивает практически. И кто-нибудь бы прочекал. Вот сейчас Мирана через 4 секунды может увидеть это все. А увидит ли? Увидит ли? Ну посмотри ты на Рошана. Но не смотрит она на Рошана. Просто отсюда убегает. Возможно, это была ошибка вот сейчас от команды Team Reject. Ну да, против Сларка она вряд ли что-то такое бы сделала. Но Рошан сейчас упадет. Здесь и сыр, и Аегис. А вот кто заберет? А кто заберет сыр? Сыр забирает Магнус. Отлично. И вот этот первый Рошан для команды Overhaul, но и счастливый третий вообще в игре, где Рошан отдает не только Аегис, но и сыр. Ну, и мы с вами видим, то все-таки игра у нас получается очень и очень интересная. А вот тут выход в смоках от команды Overhaul. Пошли все в инвизе. Также Сларк здесь под своим
Сильвер Эйджем. Могут они найти только пока Джеки Росс, а также могут попытаться еще Миран, но Миран из блинка просто упрыгивает отсюда. А Джакира все-таки нашли, это минус Джакира. Киллингспри для Тейт Хантера. Улетает у нас Ларк. Пролетает он на топ. Начинает здесь, да, отпушивает линию. Немного все-таки с этими рейнджевыми крипами линия пушится. А вот тут проблема у Магнуса. Нападает на него Мирана. Получил он стрелу в лицо, но нет. Тиммейты были на подхвате, так что ничего, в принципе, страшного не произошло. Так, что у нас по топу решают ребята из команды Team Ranger? Попытаться вообще зайти, а вот Хиксуд у нас Мирану, будут ли тратить на нее Ravage, не знают. Пока не хотят. Фортуна Сэнд, Манта Стайл от Мираны, тут Слардар еще бегает, Вайл оф Дискорд на противников прожимается. От кого? От Леона это. На Ravage не хватает маны Тейтхантеру, и это вообще, наверное, очень обидно. Какой же мог быть Ravage? Прожимает Блэкинг Бар Слардар. Также здесь должен погибнуть сейчас Оракл. Пошло РП только по одному, попали Слардару. И это также минус Магнус. Пошел Ravage от Тейтхантера. Якорь, все, пытаются как-то забить. Дизрапшн прячет Мирану ШД. В это время разбираются с Хускаром Сларк. Но трипл килл делает у нас Слардар. В это время Сларк делает даблкилл, забирая Слардара. В итоге размен пока 2 в 2, но там было очень много байбеков сделано. Вот, да, вот мы видим, что в большой минус уходят ребята из Оверхаул, но все равно сторону они до конца потеряли. Ну, остается две голые стороны без каких-либо вышек. То есть забрать их, в принципе, можно и реальным. А Aegis пропадет через 2 минуты. Сларку нужно как-то реализовывать. Покупает он себе Eagle Song. Это будет у нас, скорее всего, Butterfly. Да, должен он выйти в Butterfly. А вот тут находят еще и Shadow Demon. Надо килл оставлять Сларку. Желательно прячет себя в Ghost ШД. Ну да, ему отсюда не уйти. Минус Shadow Demon. Также здесь видят Мирану. У Мираны, если что, есть прыжок. Пока нету блинка, но вот блинк теперь есть. И она спокойно отсюда убегает. Еще есть тревела, и она может улететь. Да, очень у нас такая получается веселая игра. А по графикам, если посмотреть, то тут уже 7500 за командой Team Ragic. Но оно уже не играет особой роли, эти 7500, потому что команды, в принципе, дерутся, так сказать, на равных. Джакира психанул, похоже. Сделал байбек. Мирана в это время попыталась снести барак. В это время на миду погибает Леон. Забирает его Слардар. Ну вот что это такое было? Как он вообще здесь смог? Как он вообще здесь один оказался, в принципе? Мирана в это время прилетает уже на топ. Она уже на топе. Пропушивает лайн. Тем самым мешая противнику делать какие-либо выходы, вообще пытаться с базы. Так, Слардар попадается на Сларка. Прожимает БКБ, краш, Сларк, Shadow Dance. Как же плохо, еще и айспад может здесь погибнуть. Сларк, байбек имеется ли? Да, имеется байбек, но заберут ли? Вот в чем вопрос сейчас Сларка. Пока погибает только Оракл. Также сейчас погибнет Магнус. У Магнуса было РП, но сейчас он его не сможет дать. Ravage дается от Тейтхантера. Сларк начинает наяривать по Хускару. Но в это время прячет ШД Хускара. Disruption. Отлично. Выбивают Aegis Сларку. Но это только Aegis. Это только Aegis. Что сейчас будет делать Сларк? Сможет ли выжить еще краша под Amplify Damage? Прыжок. Паунс вовремя, но не совсем. Тычка долетает. Это минус Сларк. Выкупается. И ребята из команды Оверхаул все-таки пишут good game. Пошел тут еще фингерный. Погибает также Леон. Ломается последний барак. Полетел Хускар за Тейтхантером. Минус Тейтхантер. И должны забирать Сларка, который после байбека. Ну что, вроде написали опять good game и опять не падает вышка. Ну ладно. Опять пишет good game у нас Джакира.
И счет в серии становится 1-0 в пользу команды Team Reject. Довольно интересно получилась у нас первая карта. А сейчас у нас будет после этой игры небольшая музыкальная пауза. И я думаю, очень скоро мы к вам вернемся, так что далеко не расходитесь и оставайтесь с нами.